Подготовленный правительством Севастополя вариант законопроекта о внесении изменений в работу городской контрольно-счетной палаты противоречит федеральному законодательству и международным обязательствам. Такую оценку документу дал председатель постоянной комиссии по бюджету законодательного собрания Севастополя Вячеслав Аксенов. В пятницу в парламенте прошло заседание профильной комиссии. Замечание у депутата вызывает два пункта обновленного законопроекта. Согласно одному из них, в состав надзорного органа будут также входить представители исполнительной власти и парламентарии. Данное предложение противоречит нормам федерального законодательства. Более того, подобные попытки были предприняты в нескольких регионах Российской Федерации, и неоднократно Верховный суд отменял соответствующие законы как противоречащие федеральному законодательству. Второй пункт изменений в случае принятия законопроекта сократит полномочия представителей контрольно-счетной палаты. Так, надзорный орган не сможет запрашивать часть документов у правительства Севастополя и потеряет контроль над реализацией бюджетных средств по некоторым направлениям. Удивляет народных избранников и позиция чиновников по данному вопросу. Мы планировали рассматривать данный законопроект неделю назад, и он был внесен в повестку дня. Но поступило письмо от правительства Севастополя с просьбой отложить рассмотрение данного законопроекта в связи с тем, что будет внесен новый законопроект. Вот. А во вторник мы услышали выступление по поводу того, что законодательное собрание затягивает рассмотрение законопроектов, не рассматривает готовые законопроекты. Замечания авторам законопроекта высказали не только депутаты. Среди тех, кто дал отрицательное заключение по внесенному документу, прокуратура Севастополя, Государственно-правовое управление президента Российской Федерации и Счетная палата России. На заседание комиссии по бюджету пригласили представителя губернатора в законодательном собрании, но он не пришел. Свою позицию по данному вопросу Михаил Вавилов высказал в письменной форме. Ввиду того, что на заседании постоянной комиссии по бюджету 16 февраля 2018 года планируется рассмотрение данного проекта закона в первоначальной редакции, повторно информирую о нецелесообразности рассмотрения и прошу исключить этот вопрос из повестки дня заседания постоянной комиссии. Представители комиссии по бюджету приняли решение единогласно вынести рассмотрение законопроекта на ближайшую сессию законодательного собрания, но с пометкой считать данную редакцию закона неприемлемой.